Добрый день, друзья. Обзор кружки со швейцарским механизмом заводным. Послушаем, как играет, если кому-то будет интересно послушать. Кружка выставляется на Виолити на продажу. Так она выглядит. 0,5 литра. Все открывается и работает. Вот так мы ее заводим. Надеюсь, всем видно, да? Доводим до конца. Все есть. Ставим. Вот, поднимаем и слушаем, как играет. Когда поднимаете кружку, она начинает играть. Вот так. Отличный экземпляр в коллекцию. Если кого-то интересует, заходите. Ссылка будет в описании. Делайте ваши ставки. До свидания. Спасибо.